Самые страшные события в истории человечества происходили, когда оно сталкивалось с чем-то неизвестным. Пугающим. Сегодня на юге столицы можно наблюдать редкое космическое явление. Не то чтобы я тебя тороплю, просто в следующий раз звезды будут падать лет через 50, наверное. С запада в плотные слои вошел объект. Многие приехали полюбоваться на звездопад именно сюда. Зрелище поистине завораживающее. Люди тысячелетиями ждали контакта с инопланетной цивилизацией. Около часа назад в столичном Чертаново произошло ЧП. На жилые дома упал необузданный объект. Это война, да? Зависит от того, как они поведут себя дальше. Оружие? Ну ты думаешь, зачем они прилетели? Мы понятия не имеем, какие нормы морали у пришельцев. Почему я должна им объяснять? Почему мы должны какие-то контакты налаживать? Потому что это уникальный шанс для всего человечества. Понять что-то про самих себя. Узнать, кто мы. Мы все умрем, и они, и мы, понимаешь? Не бойся. Если мы не хотим войти в историю, как... Если мы спровоцируем взрыв, то никакой истории, как у меня, эти вообще может не быть. Мы ни на кого не нападали! Это наша земля! Это наша земля! Из другой галактики, а мы из Чертанова.